12 и 13 февраля в парке Раздолье театральный центр «Жаворонки» проведет традиционный фестиваль «Валенок энд Лапоть». Осенью состоялся фестиваль «Перевертыш» «Лапоть энд Валенок», который очень понравился жителям и гостям округа. События отличаются конкурсным наполнением, но главное, что их объединяет, это верность народным традициям и родной культуре. Если осенью героем был русский лапоть, то главным атрибутом зимнего фестиваля является валенок и, конечно, его братья и сестры – обувь разных народов. На два дня парк Раздолье превратится в поющий, пляшущий и играющий хоровод лучших программ и игр, а на ногах у всех будут теплые валенки. Участников ждут призы и подарки.